Всем-всем добрый день! С вами я, психолог Эльвира Емельянчикова. Рада всем, кто меня сегодня смотрит и слушает, у кого есть свободное время в этот теплый июньский денек. А сегодня мы с вами поговорим о принятии себя. О принятии себя мы начнем. Немножечко сейчас люди соберутся, и мы начнем. Здравствуйте всем-всем, добрый день! Вот, а пока я сижу, вас жду, наслаждаюсь этим прекрасным букетом пионовидных роз, наслаждаюсь этим солнечным днем. Всем привет из солнечного Краснодара, всем, кто нас слушает и смотрит за рубежом и в нашей стране. Здравствуйте, Анна, очень рада вас видеть. И сегодняшняя наша тема – как принять себя. Как принять себя? И какие проблемы бывают из-за того, что мы не принимаем себя. Мы стараемся быть кем-то другим, но не собой. Мы стараемся играть какие-то роли, быть кому-то удобными, быть кому-то приятными, быть, короче говоря, не собой, а стараемся быть кем-то. Да? Но что я сначала бы посоветовала начать со своего лица. То есть, если вы сами себе в зеркале нравитесь, да, то представьте, что вы нравитесь также окружающим. Да. Для этого вам нужно подойти к зеркалу, сделать выражение лица, то есть надеть ту маску, которая вам приятна. Надеть эту масочку или хотя бы в состояние это войти и запечатлеть. Да. Какое-то время вы ходите по квартире или на работе. Еще раз посмотрите на себя в зеркало, нравитесь ли вы себе спонтанно, то есть без надевания вот этой маски. И старайтесь это лицо держать, держите лицо доброжелательным. Есть такое правило, когда внешнее равно внутреннему, да, если внутри у вас есть такое созерцание, улыбчивость, раскрывающаяся улыбка вдруг внезапная, да, то ее люди автоматически считывают, и она периодически у вас будет появляться на лице, это закономерно, да. Но если вы постоянно ходите с грустным, недовольным лицом, какие-то угрюмые, брови хмурите, здравствуйте, здравствуйте, Олечка, здравствуйте. Если вы хмурите брови, имейте в виду, что людям очень-очень неприятно и даже некомфортно с вами общаться, поэтому лицо нужно держать. Подошли к зеркалу, посмотрели, ага, сами себе нравитесь, улыбнулись, пошли дальше. Да? Что касается лица, для девушек сейчас мне многие могут возразить, что столько нужно усилий, столько нужно средств финансовых для того, чтобы сохранять лицо молодым и свежим. Я вам скажу, это не так. Сейчас в открытом доступе очень много упражнений для лица. Также девочки проводят марафоны. Марафон по поддержанию лица в идеальном состоянии. Уже совершенно не нужно делать ни ботокс, ни диспорт. Ну, те, конечно, кто это начал делать, они это продолжают, потому что они уже с этого слезть не смогут. Да? А мы, кто еще никогда это не делал, у нас есть уникальная возможность заниматься собой, делать самомассаж, либо ходить на массаж. То есть как-то свое лицо приводить в порядок, пользоваться кремами, косметикой, оздоравливаться. Обязательно пользоваться солнцезащитными кремами, особенно в летнее время, для того, чтобы наша кожа всегда оставалась молодой, красивой и привлекательной. Никто не отменял самомассаж, никто не отменял народные маски, средства. Все это очень хорошо будет влиять на ваше лицо. Итак, что я заметила в процессе общения с клиентами. У многих из нас есть так называемый синдром недотроганности и недоцелованности. Представляете, да, это все идет из детства, это тогда, когда наша мама или наш папа, или вообще родители очень мало нас брали на руки, ласкали, обнимали, целовали. То есть этого не было телесного контакта, да, и во взрослой жизни мы растем с ощущением, что нас недолюбили, и вот это состояние, что меня не любят, оно транслируется, да. Гораздо реже это испытывают взрослые люди, которых в детстве лелеяли, люлюкали, которых тискали, которых целовали, обнимали, таскали на руках. Это те люди, которые, в принципе, всегда себя чувствуют защищенными, они чувствуют свои границы. Они чувствуют заботу, они доверяют миру, они чувствуют, что мир о них заботится, да. И вот эта вот любовь родительская, она передалась
вот через это тактильное ощущение, да. Если вы ощущаете нехватку вот именно этого вида любви, ну, не нужно впадать в какие-то депрессии, нужно просто и пойти записаться на массаж. Иногда вот это даже состояние, когда тебя трогает массажист, оно, кстати, выводит из депрессии и из таких негативных состояний не только женщин, но и мужчин. Мужчины также подвержены, как и мы, этому состоянию, их точно так же, даже еще меньше их ласкали и тискали, и у них это состояние даже острее, да, то есть многие замечали, что когда муж придет с работы, он хочет, чтобы его обняли, поцеловали, погладили по голове, сделали ему массаж, или просто элементарно его потрогали, да, но многие это замечают, замужние дамы. И все, и вроде бы он как будто наполняется энергией, ему становится как-то комфортнее, легче дышать, легче жить, легче двигаться дальше, да. Это касается вот этой вот недолюбленности, недотроганности и недоцелованности, да. То есть начинайте обниматься, найдите в своем окружении тех людей, которые вам приятны, с которыми вы проводите время, начните их обнимать с утра и вечером. Здравствуйте, здравствуйте, рада всех вас видеть. И этих людей начинайте обнимать, прижимать, целовать. То есть это пусть это будет без такого фанатизма и без эротизма какого-то, это будет легкое такое какое-то вот как душевное, духовное, что ли, прикосновение. Попробуйте всем сердцем обнимать этого человека. Точно так же давайте, чтобы вас обнимали, да, обменивайтесь поцелуями, обменивайтесь рукопожатиями, обменивайтесь какими-то похлопываниями, поглаживаниями. Это что касается вашего близкого круга. Я не советую это делать с дальним кругом, да. Но что касается дальнего круга, очень много проводили исследований, и даже те люди, которые вроде бы на работе, на рабочих местах, слегка потрагивали даже своих клиентов за плечо, может быть, еще за руку, а к ним больше возвращались люди, возвращались клиенты, это более как бы сближало, ситуация становилась более приятной, обстановка всем нравилась. То есть это как бы ненавязчиво, но в то же время дает человеку понять, что он вам приятен. Вот таким образом, да? Что еще? Для того, чтобы принять себя, нужно понять, где у вас застой энергии и где вы можете реализовывать свою энергию, да? Допустим, у вас зажато где-то ваше ораторское искусство. Я всем рекомендую, да, откройте вы свой YouTube-канал, да начинайте, Леночка, здравствуйте, начинайте там что-нибудь вещать. Вещайте просто так, вещайте то, что вам нравится, то, что хочется, в какой области вы являетесь экспертом. Пожалуйста, начинайте действовать в этом направлении, создайте, говорите. Начинайте снимать сторис, хотя бы что-то рассказывать, пускай это будет элементарное, пускай это будет ваш смотреть узкий круг ваших любимых, друзей, знакомых, но вы будете убирать этот комплекс вещания на публику, да? Это на самом деле очень сложно сделать, но когда вы ворветесь, вы поймете, что вам это нравится, для вас это будет уже, как вам сказать, привычка, да? То есть вот эту энергию вы должны где-то реализовывать, да? Если у вас какая-то работа монотонная, вы делаете что-то руками, да, есть у меня знакомые, которые просто идут и на всякие тренинги ходят, и развивается их вот, может быть, мозговая какая-то деятельность, да? Или наоборот, если вы все время сидите за компьютером, вынуждены что-то думать, считать, ваша деятельность связана с цифрами, вам наоборот нужно что-то такое вот, именно какое-то такое вот расслабление, либо движение, либо ручной труд. Люди идут, занимаются, берут уроки рисования, шьют, что-то лепят, вышивают, валяют какую-то шерсть. Ну, то есть сейчас масса разных моментов, которыми можно себя развлечь и завлечь, чтобы задействовать полностью всю вашу энергетику, да? Застой энергетики происходит, когда вы чувствуете постоянную усталость, сонливость, нежелание что-то менять, что-то делать, куда-то двигаться, выходные вы хотите провести дома, просто элементарно поспать, имейте в виду, что энергии у вас не хватает, да? Энергии у вас не хватает, вам нужно хотя бы свой выходной пораньше встать и прогуляться по местам, которые вас вдохновляют, может быть, это парк, может быть, съездить на природу и наполниться этой живительной энергией, вот. Что касается вашего личностного ресурса,
вы должны его постоянно пополнять. То есть не должно быть состояния, когда вы сами себе сказали: все, я теперь все знаю, я профессионал, дальше развиваться не буду. Нет, мы не можем так себе сказать, потому что мир не стоит на месте, и мы не должны стоять на месте, мы должны постоянно развиваться, 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 развиваться и брать что-то на вооружение. Если вы считаете себя уже экспертом во всех областях, ну, просто идите туда, где собираются такие же эксперты в других областях, да, и просто элементарное общение с такими высокоразвитыми духовными людьми. Я извиняюсь, здравствуйте, здравствуйте, кто к нам присоединяется, не все могу прочитать. Вики, да, очень приятно, что вы нас слушаете. Извиняюсь, что я снова говорю это слово. Ну, в общем, вы меня поняли, какими-то развитыми людьми, у которых уровень культуры, развития, профессионализма или еще чего-то, нравственности, я не знаю, разносторонних каких-то качеств личностных выше, чем ваш. То есть найдите себе такую группу учителя, тренера, может быть, когда-то сходите куда-нибудь, и вы будете вдохновляться, да? То есть если у вас нет энергии, значит, вы ее где-то потеряли. Так, ну что еще могу вам сказать? Личностный ресурс. Так, принятие себя. Самое главное — поставить себе цель, да? Я еще раз повторюсь, я на своих тренингах, мы с девочками прорабатываем целеполагание, целеобразование. То есть цель у вас должна быть как на год, так и стратегическая цель лет на 5 вперед, да? Если вы не представляете, какая ваша будет жизнь через 5 лет, здравствуйте, Галина, то имейте в виду, что вы как-то совершенно в этом отношении подзастряли, да? Нужно спланировать. Для этого что мы делаем? Мы собираемся с девочками, мы садимся и медитируем, представляем, что мы из себя будем представлять через 5 лет, как? Какие вы будете, как вы будете выглядеть, что вы будете делать, какими при этом будут ваши дети, где вы будете жить, на чем вы будете ездить, как вы будете отдыхать и так далее. То есть это нужно все-все планировать. Человек, когда живет без цели, ему и не интересно, он не ставит себе каких-то завышенных целей, ни потолков никаких, ни рамок, то есть он двигается, то есть плавно течет по течению, дай бог, что по течению, да, а если уже он просто его куда-то несет, да, там куда-то уносит, это уже совсем и не совсем хорошо, да? И не совсем хорошо. Ну, что можно еще сказать? Начинать делать что-то новое, необычное, да? Для того, чтобы прокачать себя, для того, чтобы поднять свою самооценку, мы всегда начинаем что-то, что нас когда-то, может быть, заинтересовало, ну, мы закинули это в какой-нибудь дальний угол, да? Ну вот, наконец-таки, пришло время этим заняться. Допустим, дети у вас выросли, вы всегда мечтали научиться шить на машинке, да, на швейной. Вот я говорю, сзади меня там стоит швейная машинка, которую когда-то подарила своей маме. Я надеюсь, что я когда-нибудь сяду и начну шить, да. Но это как мое желание. У вас наверняка есть свои какие-то тайные желания или явные, не совсем скрытые. И найдите время на то, чтобы их реализовать. Всегда реализация наша происходит лучше, если мы находим группу людей, либо человека, одного, двух, неважно сколько, которые в чем-то немножечко слабее нас, да? То есть если мы преуспели в чем-то, нам нужно поделиться информацией, поделиться своими знаниями, создать какую-то группу, создать какой-то курс. Если вы не в состоянии создать этот курс, делитесь с людьми безвозмездно. Просто начинаете вещать. Вещать, опять же, можно и с YouTube вещать, и сторис начинать делать и вещать. То есть делиться знаниями, делиться, делиться, еще раз делиться. Когда вы делитесь, когда вы люди вам задают вопросы, когда вы понимаете, что вы в какой-то области являетесь экспертом, профессионалом, вы знаете больше, и вам где-то там ставят лайки или там хотя бы одно-два сердечка пустят, я надеюсь, за весь ваш эфир, что будет очень приятно. Вы понимаете, что вы не зря трудились, вы не зря все эти знания свои скопили. У вас есть желание поделиться с вашими людьми, с вашими знакомыми. Вот. Особенно полезно девочкам делиться с девочками. Ну, а мальчики, вы знаете, они не страдают таким. У них очень высокая самооценка, они, как правило, принимают себя. Общество не так сильно над ними давлеет, как над нами, девочками, да, потому что мы девочки и не знаем даже, с чего начать порой, да,
И наши приоритеты порой бывают меняются в течение жизни. Сначала нам нужно было получить высшее образование, потом нарожать кучу детей, а потом нам нужно было устроиться на работу, либо создать свой бизнес, потом, вероятно, все потерять тоже. Вот кто проходил через это, поймут, о чем всех или все. Начать опять чего-то нового. То есть жизнь, она вот идет такими волнами постоянно, волнами. И редко кому удается идти просто по прямой. Да? Нас всегда накрывает то справа, то слева. И это неудивительно. Так все создано в этом мире, что все циклично, все повторяется. И там, где мы совершили ошибки, нас туда периодически возвращают, да. Но самое, что интересно, здравствуйте, Мариночка. Но самое главное, здравствуйте, Марина, очень рада, что вы нас слушаете. Но самое главное, что научиться, что для меня было сложно сделать, да, это научиться говорить «нет». Научиться говорить «нет» даже своим друзьям, близким, вашему близкому кругу, да, то есть тем девушкам, женщинам, даже, можно сказать, родственникам, которые привыкли к вашему однотипному поведению. И после того, как вы меняете свой стиль поведения, это становится, ох, как неудобно большинству из них, да. То есть всегда вы были хорошие, послушные, добрые, мягкие, пушистые, на вас можно было ездить, что-то вам приказывать, кричать, и вдруг вы говорите «нет». Я не могу. Бывают такие ситуации, когда вы очень много наобещали, а потом думаете, ходите, ну зачем я это пообещала, я же это делать не смогу, не получится, а ведь жалко или как бы стыдно отказать. Ничего страшного, вы можете перезаписать, вы можете передумать. Вы же женщины. Вы можете сказать, прозвонив по телефону, извини, ты знаешь, я погорячилась, ну, не рассчитала я свои силы, пардон. Наверное, я тебе помочь не смогу, или, наверное, я приехать не смогу, ну, или так далее. И скажите «нет» в такой мягкой форме, ссылаясь на то, что вы не подрасчитали свои силы, не потому что вы передумали, или у вас изменились планы, вы не рассчитали. Вы имеете право на ошибку. И вы не рассчитали. Вот так, очень все просто. Естественно, на том конце обидится, но это уже их проблема. То есть, если человек, общающийся с вами, обижается, значит, когда-то, в какое-то время, вы взвалили себе слишком много, вы на себя взвалили. То есть, сначала вы делали для него слишком много или для нее слишком много, ну, а теперь стали делать столько, сколько вам комфортно, ну, не всем это понравилось, Так, ну что еще, дорогие мои, могу сказать, что имейте способность переключаться. Вот Мариночка с нами тут присутствует, она недавно была в круизе, да. Я дружу с этой прекрасной компанией Incruises, которая ходит в круизы, которая путешествует. И они могут сказать, что, конечно, путешествие по миру – это знание иностранных языков. Никто не отменял это знание, старайтесь учить иностранные языки, другую культуру, это развивает. Найдите тот, который вам приятен. Возможно, вам приятен английский язык и, допустим, good morning, how are you doing, darling. Эти слова вызывают у вас какое-то состояние эйфории, вот, значит, вам туда. Или вам приятен французский, comment ça va, comme ça, merci bien, au revoir. Послушайте и вдохновляйтесь. Если нет, допустим, что-то может быть. Бонасера, сеньорина, ком эстай, да? Может быть, вероятно. Здравствуйте, Альбиночка. Возможно, вам приятен итальянский язык, учите его, да? Можно съездить в эту страну и впечатлиться, найти для себя что-то новое в этой культуре. Когда вы говорите «нет энергии», это «нет энергии здесь». Ее здесь просто уже нет, вы исчерпали ресурс здесь, да? Вы здесь выложились полностью, вы здесь женились, развелись, вышли замуж, родили детей, дети уже вышли замуж. Но ищите себя где-то здесь, не ограничивайте себя одной страной, одним городом. Это очень сильно меняет жизнь и выводит из зоны комфорта, когда мы переезжаем. Да, переезжаем. Я очень много общаюсь с людьми. Ой, не могу, этот шикарный запах пионовидных роз. Я не думала, что розы пионовидные пахнут пионами, представляете? Думала, розы и розы. Так вот, я много общаюсь. Вы знаете, что у меня есть второй канал. Там я фотограф Эльвира Емельянчикова, да, Эля Мельник. И недавно я была на фотосессии в городе Новороссийске и общалась с одной прекрасной семьей, которая ездит по всему
по всей России и открывает всевозможные кафе. То есть они кафе открывают, потом в другом городе открывают. То есть таким образом там пожили, здесь пожили, там пожили, еще там пожили. И в планах еще много где жить. Да? То есть люди не... Они впечатляются, открывают, они не мыслят в рамках одного города, они мыслят в рамках всей России. И для них везде их дом. Да? Вот говорят же итальянцы, мой дом там, где моя работа. Поэтому меняйте свое умозрение через какие-то такие переезды. Если переезд вам как бы пока не грозит, просто съездить, посмотреть, как люди живут, чем впечатляются, что модно, что можно сделать, что можно взять на вооружение, а что никак не возьмешь. Поэтому рада сегодня была с вами пообщаться. Я надеюсь, что у вас не осталось вопросов. Если что-то вам интересно, пишите, я с удовольствием отвечу. А так, всех желающих сегодня я жду в 3 часа в бизнес-центре Европа, где у нас будет встреча с девочками, девочки, с которыми я занимаюсь индивидуально, которые прошли все мои индивидуальные консультации для тех, кто хотел выйти замуж. И все-таки вышли замуж некоторые, нашли своего принца и в той стране, о которой мечтали. И они готовы делиться с вами, они готовы делиться тем, что они уже прожили. Это замечательно, этот опыт, он очень многого стоит, да, дорогого стоит. Поэтому, если вы хотите развиваться, если вы хотите изменить себя, если вы понять хотите те зажимы, которые существуют у вас, эфир понравится, спасибо большое, Мариночка. Если вы хотите что-то поменять внутри, вы хотите поменять внешне, значит, нужно менять внутри. Если у вас что-то осталось непроработанное, вы сами, уверяю вас, не видите этого и не чувствуете. Даже психологи ходят другим психологам, да, то есть другой человек способен, специалист, вытащить из вас те ограничивающие убеждения, которые сдерживают вас, которые не пускают вас, допустим, поехать в Японию, или выучить итальянский язык, или начать свой какой-то видеокурс, или начать вещать на YouTube, или научиться ездить наконец-таки за рулем, вы давно себе это обещали, или запрещаете себе выехать на велосипеде, вам кажется, что все вокруг скажут, ой-ой-ой, что ты, тетя, залезла на велосипед, да? То есть все эти ограничивающие убеждения есть только в нашем сознании, только в нашей голове. И только специалист может помочь вам их вытащить, как бы обнародовать, да, показать вот это убеждение и заменить на другое, на более прогрессивное, на более позитивное, и вы сможете поверить в себя и раскрыть те грани вашей личности, которые еще, они у вас вот такие маленькие, хранятся вот в таком вот маленьком бутончике, да, зажатом. А этот бутончик, он рано или поздно имеет способность раскрываться. И тогда вы расцветете, как настоящая майская роза. А сегодня я с вами прощаюсь. Рада вас всех была видеть. Всего вам доброго. Пока-пока. До новых встреч.